откуда в нас это вот халуйско-рабское отношение к власти. Вот, хорошо, батька, да. Вы знаете, был анекдот такой, когда толпа стоит вот по сих пор в говне, и вот так вот вытянувшись, и один из них говорит: «Доколе!» И все говорят: «Тихо-тихо-тихо, не гони волну». Мне это напоминает ситуацию, что у вас, что у нас. Человек 26 лет у власти. Это нормально? Нет. Откуда эта раболепная любовь, именно любовь, глубокое чувство к диктаторам, к правителям? Мы их любим. Любите своих детей, любите своих матерей, а не правителей, которые правят по 30 лет. Слава Богу, что в основном те, кто пишут, это люди моего поколения и старше. Это люди, которые уже не могут думать гибким умом, вообще думать не могут. Они слушают пропаганду и несут эту помойку в массы. Вот не надо, отползайте дальше, не пишите эти комментарии. Найдите свой портал, свой сайт, и там вот эту рабскую, покорную, убогую пропаганду несите друг к другу, но не трогайте молодых. Они будут жить, им побеждать в этой войне. А вы идите в жопу. Thank you.